Более 300 отечественных предприятий представили свою продукцию на открывшейся сегодня в Алматы выставке «Ұлттық өнім». Ее организовал Фонд развития предпринимательства «Даму» при поддержке акимата города. В числе экспонентов 30 алматинских производителей пищевой, строительной, мебельной и текстильной промышленности. На сегодняшний день фонд «Даму» поддержал более 187 500 проектов предпринимателей. В прошлом году в совокупный кредит на сумму более 1,5 триллиона тенге было включено 50,5 тысяч проектов. Выставка казахстанских товаропроизводителей, которая проходит в алматинском центре «Атакент», продлится 3 дня. Предприниматели, участвующие в этой выставке, добились хороших результатов и выводят свою продукцию на внешний рынок. Понятно, что это даст толчок развитию экономики страны. В настоящее время у каждого казахстанца есть все возможности для начала собственного дела. Государственная поддержка доступна каждому. Предприниматель Шенгиз Усен приехал на выставку казахстанских товаров из Кызылорды. Его компания специализируется на производстве листового стекла. Производство было начато в 2017 году. Сегодня продукция кызылординского предприятия поставляется в Алматы, Шымкент, Тарас и Туркестан. В 2021 году при поддержке фонда «Даму» начато строительство первого завода по производству листового зеркала. С годовым объемом выпускаемой продукции 20 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день производство компании на 80% является автоматизированной, но тем не менее в компании трудятся порядка 50 человек. Сегодня в нашей стране наблюдается рост количества товаров с маркировкой «Сделано в Казахстане». Об этом можно судить по тому разнообразию продукции и товаров, которые показаны на выставке. Здесь представлены продукты питания, одежда, обувь, мебель, строительные материалы, машиностроительное оборудование, бытовая химия и многое другое. Григорий Беденко, Эдуард Кон, Алматы, Хабар 24.